Американский бульдог против восточноевропейской овчарки. Кто победит? Американский бульдог – это благородное сочетание независимости, силы и уверенности. Американские бульдоги безупречно сложены и отличаются развитой мускулатурой. Внешний вид собаки вряд ли вызовет желание познакомиться с ней поближе. Американский бульдог по праву заслужил свой почетный титул «Бульдог бульдогов». Эта порода уникальна тем, что ее представителям удалось сохранить первоначальные характеристики и внешний вид, начиная с 15 века. Выводили же этих смелых псов, обладающих недюжиной силой, специально для боев с быками. И несмотря на совсем несопоставимые размеры соперников, амбуль частенько выходил из боя победителем. Объясняется это очень просто. Амбуль очень выносливый и умеет переносить любую боль, а потому стоит до конца. В кровавых игрищах американские бульдоги участвовали до 19 века. После запрета боев американских бульдогов вынужденно содержали на крепкой цепи во дворах, так как их жестокость и неукротимый нрав нередко представляли опасность даже для хозяина. В наше же время амбуль не утратил свою выносливость, мускулистое телосложение, трудолюбие, смелость, силу и интеллект. А потому часто используется в качестве преданного и надежного сторожа. Максимальный рост американского бульдога – 70 см, вес – 54 кг. Восточноевропейская овчарка. Восточноевропейская овчарка, как и ее ближайший родственник немецкая овчарка, создана специально для службы. Эта порода была выведена в 1930-х годах на базе немецких овчарок. Восточноевропейский тип унаследовал их лучшие качества. Представители этой породы уравновешены и спокойны. Особенно стоит отметить их смекалку, логическое мышление и уровень интеллекта. Это очень умные, смелые и самостоятельные собаки. В опасной ситуации восточноевропейская овчарка способна молниеносно оценивать обстановку и принимать решения. Внешне порода выглядит достаточно крепкой и мускулистой. Максимальный рост восточноевропейской овчарки – 76 см, вес – 60 кг. Сравнив и изучив детально характеристики наших сегодняшних соперников, я пришел к следующему выводу. Американский бульдог превосходит восточноевропейцев в следующем. Он агрессивнее, сильнее, опытнее в бою, ловче и гибче, сильнее сила укуса. Восточноевропеец превосходит своего соперника в следующем. Он выше, массивнее, активнее, выносливее и умнее. Исходя из всего вышесказанного, считаю, что исход битвы будет на стороне американского бульдога, ведь его предки – это настоящие кровожадные бойцы, и у современного амбуля что-то от них да осталось.